26 мая отмечается День российского предпринимательства. В Тверской области зарегистрировано более 46 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Представители бизнес-сообщества сегодня нередко генерируют такие идеи, товары и услуги, о которых идет заслуженная слава по России и за рубежом. С праздником предпринимателей поздравил губернатор Игорь Руденя. Работа предпринимателей важна всегда и уж тем более в нынешнее время, когда наша страна оказалась под беспрецедентным санкционным давлением. Ведь именно масштабная перестройка самых разных сфер отечественной промышленности на импортозамещение помогает успешно справляться с вводимыми запретами и создавать новое. Это отметил и губернатор Тверской области в поздравительном приветствии. Сегодня мы прекрасно понимаем, в каких условиях мы с вами работаем, как мы с вами движемся вперед. И с одной стороны, сегодня предприниматель – это занятие не для слабонервных, это такое серьезное дело, которое сравнимо с выбором такого непростого жизненного пути. Очень важно, что в сегодняшней ситуации бизнес и предприниматели – это то направление деятельности, которому необходимо оказывать такое точечное личное внимание. Встреча с представителями бизнеса Тверской области, приуроченная ко Дню российского предпринимательства, в этом году проходила на площадке компании ДКС. Участники мероприятия в формате диалога обсудили наиболее актуальные и важные вопросы развития экономики региона в условиях современной реальности. Глава региона дал ряд поручений по обращениям представителей бизнеса. Также в рамках встречи за значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья Игорь Руденя вручил руководителям предприятий областные награды. Губернатор подчеркнул, что правительство постоянно взаимодействует с бизнесом и поддерживает его, так как и у властей, и бизнес-сообщества общие задачи по укреплению экономики и повышению благосостояния людей. Сейчас тверские компании продолжают работу в новых условиях, используя меры государственной поддержки. В годы пандемии была оказана чувствительная помощь предприятию, что позволило нам безболезненно, без сокращения рабочей силы, без практически снижения объемов реализации, прожить этот непростой период. Сейчас обстановка изменилась с другой стороны, с точки зрения политических моментов. Но и сейчас поддержка города, поддержка области чувствуется. Меры поддержки мы пользуемся уже с 2020 года. Мы закрыли в этом году, полностью освоили 80,5 миллионов первый кредит от Фонда развития производства. В регионе в дополнение к федеральным мерам поддержки предприниматели принят свой пакет. В него включено 35 направлений общим объемом более 1,4 миллиарда рублей. Это предоставление по ускоренной процедуре поручительств и льготных займов на пополнение оборотных средств, реализацию импортозамещающих и инвестиционных проектов, возможность воспользоваться кредитными каникулами на полгода. Всего предприятиям малого и среднего бизнеса Тверской области предоставлена и одобренная поддержка в размере более 750 миллионов рублей.